Привет! Сегодня у нас самоделка по фильму «Аквамен». Как вы видите, самоделка выполнена в стиле Brickheads. Самого фильма я еще не видел, самоделку я делал по трейлеру. Итак, о том, кто же это такие. В трейлере я видел вот таких вот чуваков, плывущих на акуле. Сейчас вы должны видеть фотографию. Вот они мне очень понравились. Ну и я решил попробовать сделать его. Ну, только сделать в стиле Brickheads. Эти же парни у нас появляются еще в одном эпизоде фильма, там, где они нападают на мать Аквамена, и отсюда я смею предположить, что это у нас, наверное, отрицательные герои. Ну, это не важно, в общем, попробовал я их сделать, ну и вот что у меня получилось. Так, давайте пройдемся. Снизу, как вы видите, у нас акула, здесь рот, зубы, по бокам вот такие вот жабры, которыми она дышит сверху. Оп, сверху у акулы вот такие вот пушки по бокам, как и на фото. Плавники, плавник может двигаться. Ну, а сверху сидит вот этот вот парень. Не знаю, когда они были на суше, было видно, что у них вот здесь такие синие стекла на шлемах. Но на фотографии, где они под водой, мне показалось, что они находятся без шлемов. То есть под водой им не надо закрывать свои лица. Ну, это мне так показалось. Ноги я ему не делал никак, потому что, ну, непонятно, как ему делать ноги. Он же сидит верхом на акуле. Ну, и сзади вот, вот так вот выглядит эта самоделка. В принципе, ничего сложного. Давайте вот покажу вам ее еще со всех сторон. Угу. Здесь я сделал такую вот синюю штуку, тоже как на фото у них. Ну и, собственно говоря, все. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.